Вы должны понимать, что вам нужно время для того, чтобы мозг обработал ту информацию, которая вам в мозг поступила. Потому что если вы постоянно находитесь в режиме потребления информации, у вас включена так называемая центральная исполнительская сеть. Это сеть, которая отвечает вот именно за переработку информации. И она является антагонистом той сети, дефолт-системы мозга, которая в нас на самом деле думает. Вот того подсознания, которое способно дать нам правильные, хорошие ответы. И если вы все время потребляете информацию, вы просто блокируете мыслительную сеть. Она у вас не совершает работы. Нужны паузы. Нужно, вот вы потребили какую-то информацию, загрузили что-то в мозг, сделайте паузу.